Белозера. Майский праздник, День Победы, отмечается страна, одевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад, и задумчиво с порога вслед им бабушка. Томилина. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся всеми с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам победу и вернувших нам мир. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни со столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит дедушки. Обелиски. Стоят в России обелиски, на них фамилия солдат. Мои ровесники-мальчишки под обелисками лежат. И к ним, потихшие в печали, цветы приносят по любви девчонки. Те, что их так ждали, теперь уже совсем все. Обелиски. Застыли ели горой синь и небо мирного весны. Идут года тревожным гуля, осталось далеко война. Но здесь в Украине обелиски застыли.